Олег Семенов. Похлопаем ему. Ему мы предоставляем торжественное слово и торжественное право открытия турнира. Спасибо, Антон. Спасибо участникам. Итак, следующий у нас номинация «Лучший защитник». Лучший защитник признан игрок команды «Красноармейск» Федоров Сергей. Брюки превращаются. Ну и лучший нападающий турнира, считаю, сегодня заслуженно признан игрок команды «Спартак Богородская» Мельников Дмитрий. Фотографию на память. Два раза, видишь, мужик. Итак, первое место сегодняшнего турнира. Предварительного турнира Кубка памяти 6-го. Взяла команда «Спартак Богородская». Молодцы! Ура! Паша Паук и Лена Солнышко Сехина дарят вам призы. А у нас как чемпион? Чемпион. Награды, которые вы заслужили. Повернись! Никит! Спасибо, брат! Спасибо! У-ху-ху! Спасибо!